пришли мы вон оттуда вот. Вот отсюда вот пришли мы, вот там вот справа, где дорога будет остановка 12 маршрута. Вот просто идем по прямой. Там был указатель на монастырь. Такая вот стена крутая. И в ту сторону, я так понимаю, монастырь. И что еще нам интересно, это набережная Енисея. Так что вот движемся. На этой улице живут очень состоятельные люди. Судя вот по таким вот домам, трубам на крыше. Говорят, прохожие, это вот камин. Вот отсюда вот мы пришли, получается. Вышли на такой вот пятачок. Вон та пожарная машина, которая сюда так летела. Вон дом в академии. Крайний дом. Многоэтажка. Отовсюду ее видать. Ну и за моей спиной, конечно, Успенский мужской монастырь. Сейчас поближе подойду, сниму в дырочку там. Вот он сам. И прямо туда. Еще интересное здание, потом скажу, что это. И вот прямо если идти, то там Енисей. С большим таким течением. Полноводный, как никогда. Вот такая площадь по кругу. Сейчас глянем в окошечко монастыря. Что там вообще и как. Так, ну вот это дом. Объект культурного наследия. Красноярский, Успенский мужской монастырь. Летний дом и так далее. Кому надо, читайте сами. Вот такой красивый домик. Вот это замечательная усадьба с другой стороны, со стороны Енисея. Вон там течет Енисей, полноводный. Собачка. Девочка налила на асфальт воды и подумала, что тем самым она сможет попоить собачку. Сейчас спустимся к Енисею. Там уже пошла улица, не относящаяся к сегодняшней нашей программе съемок. Ну и Енисей. Это все напоминает рядом с этой усадьбой и мужским монастырем. Вот он какой. Не знаю, на территорию позже зайдем, сейчас на набережную Енисея. Ну вот он, вот Енисей, берег Енисея около мужского монастыря. Не знаю, как тут было раньше, но сейчас здесь вот так вот. Я так понимаю, раньше вода была намного дальше, чем вот этот куст, потому что торчит около верхушка, низ затопило. И вот эти деревья ушли под воду, получается, у нас. И стало очень красиво.
что-то какой-то кипиш происходит. Обалдеют животные. ЖД Николаевские мосты, микрорайон Тихие Зори. И вот туда идет Бобровый Лог. Thank you.
подтаявшая уже затопила конкретно берег. И не пройти. А что-то вороны совсем тут с ума посходили. Я уже куда-то забрался. Монастырь там. Дальше не пройти. Вот, побывав на набережной, посмотрев на разлившийся Енисей, теперь можно сходить на территорию самого монастыря. Благо, есть вход открытый и бесплатный, я так понимаю. Сейчас зайдем посмотрим. Так, вот там вот вход. И вот она территория, довольно-таки большая территория. Ну так, вкратце сейчас поснимаю. И все. Получается у нас культурно-исторический центр Успенский. 13-15 год. Опа, посмотрите, птички. Инсталляция птичек. Прикольно.
Так, тут какой-то, видать, источник. Ну-ка, откроем. О, непонятно, там что, колодец, что ли? Вот пришел в самый конец территории монастыря. Тут вот, тут такой вот дом или не дом, я не знаю, что это. Тут вот уже конец территории. Из бревен построен очень красивый дом. Зайдя вот за торец, открывается вот такая вот та самая площадь. А сзади этот дом из бревен. Что это за здание? На нем не написано. Но такое красивое очень здание. Газонокосилка есть в монастыре. Вот тропинка ведет вот тому месту, вот что я только что снимал. Посмотрим, что там находится у монахов. Вот тут люди. За ним там типа какие-то захоронения, так понимаю. Сейчас пройдем, позырим, посмотрим, то есть. А вот так сделать хочется Николаевич или Евгеньевич? Вижу белочку. Вон она, белочка. Это что?
Махать белок. Махать белок был. Ну, в общем, так вкратце покажу, что здесь есть. Вон какие-то кресты, захоронения. Ну, издалека покажу. И все. Ну вот, можно сказать, обошли по кругу. По монастырю этому, по территории. Там уже выход вот. Какое красивое дерево тут. Просто великолепное дерево. С местным жителем. Офигенно. В общем, вот такая вот территория монастыря. Попов не видел, никаких монахов не видел. Встречались работники, которые только указывали, что сюда не ходи, туда не ходи, это не делай, то не делай. Ну, в целом, как бы, без... нелюбезности. Так, в меру любезно. Впервые увидел